Хочу я сказать всем здравствуйте. Мы Друзья. Снова в ИКЕА Адыгей Кубань. Я ж тебя вообще не слышу, что ты там шепчешь. Ну, это возрастное. Круто. Только я хотела сказать поздороваться, а ты еще говоришь. Друзья. И мы продолжаем снимать серию обзоров по новиночкам. Все? Вроде как бы такое чувство еще, что мы как будто недавно снимали в ИКЕА Нижний Новгород новинки, а вот уже наступило время, а мы снимаем ИКЕА уже Адыгей Кубань. Новиночки уже для ноября. Ну, предыдущий был октябрь, новинки. А теперь ноябрь. Как будто это инопланетянин увидел. Ты что? Я тебя не слышу. Ты очень далеко от меня стоишь. И ты говоришь шепотом. Мне приходится к тебе прислушиваться. Друзья, всем привет. Мы в ИКЕА Адыгея. Не планировали снимать новинки, но их оказалось настолько много, что есть смысл показать. Плюс есть те товары, которые вы просили. Краткая сестра таланта. Поехали. Поехали. Жги, Татьяна. Иди сюда. Трехместный диван Эплорют. 60 тысяч. Обивка Лейда серый, черный. Дим, покажи обзор дивана. Диван трехместный, очень большой. Фактически даже не три, а спокойно уместится 4 человека. Чем этот диван отличается? Здесь мягкие пружины. И ну, довольно-таки комфортно на нем сидеть. Он не является диваном-кроватью. Это только история чисто посидеть, но очень красиво, стильно смотрится. Ткань 71% хлопка, 8 вискозы, 21 полиэстер. Так, теперь по высота подлокотника 72 сантиметра. Хочу найти полные его размеры. Полных размеров, к сожалению, нет, и сантиметровой ленточки нет тоже. И померить как бы нечем. Иди сюда. Это обратная сторона, сама ткань. Видно ткань? Да. Ткань очень нежная, мягкая, комфортная. Сейчас попробуем найти замочки. Замочек есть, но он спрятан в обратную сторону. Дим, ну ты же не видишь то, что я показываю? Ну, я не знаю, что ты хочешь от меня. Я хочу вот здесь показать. Вот. То есть просто так достать не получится. Нужно будет чем-то подковыривать, подцеплять. Только после этого вы сможете расстегнуть. Да-да. И привести в порядок подушку. Подушка внутри без чехла, то есть я нахожу просто вот, ну, уплотнитель. Для дивана за 60 тысяч я считаю, что такого быть не должно. Сам диван крутой, я на нем уже посидела, мне он очень понравился. Кстати, смотри, какую форму подлокотник. То есть как раз сюда утопает подушка, и вот сам подлокотник, он мягкий. По ощущениям, повторюсь, вообще ощущение такой вот гусиной лапки, какая сейчас на пиджаках. Здесь поднять не могу. Так, теперь давай вовнутрь. Я уже показал. Да, я уже показал. В общем, вот такой диван. Дима говорил, что должна быть еще к нему часть, но второй части мы не нашли. Пока, возможно, просто в Краснодаре не представлено. Пошли дальше, пойдем к креслам сразу. Кто еще не посмотрел обзор по новогодней коллекции, обязательно посмотрите. Ссылка в описании. Да, но вот эту вот кружечку я обязательно утащу с собой. Серия Винтер. Кружка на 300 мл. Стоит 169 рублей. Тарелка. Где тарелка? Тарелка 299 рублей. Ну вот прям вот такое советское детство. Снегири, зеленые веточки. Такая классическая для России коллекция. Посмотрим, интересно, как будет продаваться. Смотри, что я нашла. Раз, два, три, пуфик. И четыре, отдельный чехол. Дим, давай синий Страдмон продадим, а купим зеленый. Нет, у нас уже интерьер выдержан сильным стилем. Тогда придется нам и диван продать. Добрый ты. Добрый душа. В общем, Страдмоны появились в новых цветах. Шифтебу зеленый. Да, шифтебу зеленый, 14 тысяч. Дим, покажешь ткань? Та же шифтебу, что во всех других цветах, только в зеленом цвете.
И Вибербу черно-бежевый. Да, здесь не кипено белое. Вот, кстати, на фоне белой этикетки видно, да, переход, что здесь более молочный. Очень интересная расцветка, мне прям безумно понравилось. И судя по тому, что есть уже пуфики, Шифтебу оранжевый, я думаю, что... темно-оранжевый. Я думаю, что, скорее всего, скоро появится и кресло в таком же цвете. И маленький сюрприз, но я пока его еще не оценила. Чехол на кресло Страдмон. Стоит 3500. Вот здесь вроде бы оделся хорошо. Нет, он закрыт подушкой. Чехол, он покрывает сам каркас, подушка идет отдельно. Нет. Ну, как подушку, он не распространяется, чехол на подушку. Вот так скажу тебе. Почему? Да. Нет, это... Или он в это все ну, хочет? А как? А, вот, а как иначе-то? Все, соли. Тогда у тебя что, будет синее кресло? Просто смотри, подушка одета плотненько. Вот и я поэтому и подумал. Ну, она прям вот по размеру идеальна. Ее вроде и не скажешь, что она кому-то чехле. А вот сам чехол то ли одели не до конца правильно, то ли не отпарили, а скорее всего и не отпарили, но он болтается. Как-то его надо фиксировать, а он, походу, зараза, не фиксируется. В общем, вот это на нашем синем кресле. 3500, пока в цвете рисана не окрашенный. И, судя по всему, это хлопок. А нет, представь, что... А нет, ткань это лен и вискоза. 50 на 50. Ну, подушка прям идеальная, да? Да, вот под подушку, чехол вообще сказка. Вот все остальное как-то так стрёмненько чуть-чуть. Даже я перепутал. Вот. Юбочка торчащая. Ну, посмотрим. Может, хоть отпарит в следующий раз. Мы шли к одной новинке, прилетели к другой новинке. Открытый стеллаж Экенабен. Два размера 70-34 на 154 и 70-34 на 86. То есть у них глубина и ширина одинаковые, разница высота. Значит, здесь у нас металлические полки. 5 полок в большом, 3 в маленьком. И осиновые боковушечки. Довольно-таки хорошо обтесаны. Все гладенько, все мягенько. Аккуратно, кстати, по осине тоже остаются следы. Максимальная нагрузка на полку 20 килограмм. Зафиксирована она довольно-таки плотно. Под книги, я думаю, использовать можно. Ну и не только под книги. Стеллаж открытый. Поэтому здесь все-таки IKEA рекомендует либо коробки, либо какие-то подставки. То есть, ну, не просто хаосу. Теперь пойдем уже к Бесту. Очень часто просят витрины на ножках. Есть у IKEA Detolf, которая цельная, а есть Рудста. Кстати, ну, мне кажется, незаслуженно покупателями забытая витрина. 8000, цвет светло-бирюзовый. Она появилась обратно в ассортименте, уходила, вернулась снова. И цвет антрацит. Размер 42-37 на 155. Здесь у нас магнитик. Две стеклянных полки, одна металлическая. Здесь все глухое, перфорации нет нигде. Тут стекла по бокам. И под последней металлической еще открытая металлическая полка. То есть можно использовать как стеллаж под дверь. И часть можно использовать как открытое пространство. Два цвета. Красивый светло-бирюзовый и такой уже более серьезный антрацит. У Беста появились новые фасады. Вообще издалека, я думаю, Дима подтвердит, они выглядят бледно-голубыми. Так и есть. А поближе мои подходишь, они все... С сереньким оттенком. Все, всю рюмку уходящие. Давай искать, как называется. Это Селесвикен. Довольно-таки уже известные фасады, глянцевые. В принципе, хорошо себя показали. Цвет серо-синий, светлый. Вот одна такая дверка стоит 1500. То есть, ну, такой средней бюджетности, скажем так, нифига не бюджетно, но смотрится красиво. Кто хочет обновить Best, либо собрать новый, но уже в других нежных оттенках, пожалуйста, пробуйте. Красиво будет сочетаться и с белым, и, я думаю, даже с другими цветами. Слушай, а вот это разные? Разные, да? И Сельсвикин светло-серый. Я сейчас еще раз, Дим, пока показываю, я еще раз удостоверюсь. Серо-синий светлый, а это просто светло-серый. Все то же самое, только другой оттенок в более светлую сторону, в более серую. И хорошо сочетается с подбеленный дуб. Это еще не все новинки. Вышли новые фасады, которые давно ждали. Сейчас найду этикеточку у них. Название меняется.
Hung Weekend. Вот такая одна дверца. Так, полка, полка, каркас. Кстати, недорогие, 900 рублей. Бюджетнее, чем Сильвикин, например. И смотрите, за счет вот этих вырезов, когда, например, хотят рядом поставить ПАКС Бергсбу и не знают, с чем сочетать, в принципе, будет неплохо, по крайней мере, по фактуре и по вырезам будет одинаково, но Бергсбу будет уходить в молочную сторону, а это под беленый дуб. В принципе, обширная линейка, есть и стеклышки, и есть глухие дверки, то есть можно сделать такую интересную комбинацию в виде места для хранения. Смотрю, какие еще есть новые фасады, которые мы не показывали. А вот они, мы в нижнем их не успели показать. Бергсвикен. 2401 такая дверь большая. Они под мрамор. Кстати, очень хорошо, красиво будут смотреться на кухне. И они полностью двухсторонние. Ну, это чисто, наверное, эстетизм при открывании, потому что на функционал это никак не влияет. Можно было их убюджетить, сделав на одну сторону. Еще фасады Беста новые. Вестер Викинг. Темно-серый, с таким вот вырезом. Очень классно будет сочетаться с кухнями. Особенно, когда кухня-гостиная в одном помещении находится. Дайте руку, пожалуйста. Пожалуйста, осматривайте. Заглушечки. Я пойду рядом другой по свету посмотрю. Какой красивый. Слушай, Best радует новыми оттеночками, да? Смотри, это еще одни новые дверки. А дверки называются Her Tweaken. А серо, бледно-серо-зеленый. Дим, как бы поймать цвет? Вот тут более-менее еще. Нет, фактуру. Они не гладкие. Смотри. Давайте со светом. Вандализм пошел. Не громейки. Вот. Давайте постараемся. Фактура. Я тоже сначала думала, что это то же самое, что Сильвикин, только, ну, вроде как и оттенок даже такой же. И как классно смотрится с каркасами под беленый дуб. Ну, сразу рекомендую сверху подсветку покупать, чтобы выразить вот эту саму фактуру. Иначе вот. Гладко смотрится, да? Вот примерно что-то вот в этом духе вот. Ну, играть да. Будет совершенно по-другому. Объемненько будет. На белом она не так играет, а вот на фактурных фасадах будет прям красиво. Огонь. Сказка. Пользуемся моментом, пока никого нет. Тиммервикен. Тоже такой ребристый. Оно под дерево. ДСП пленка. Имитация да. Дерева. Кстати, массива. С Хемносом хорошо будет сочетаться. Давай я как-нибудь попробую. Тот свет как-то неправильно поставлен, что он у меня. Вот, как будто все сливается. Но вот тут еще более-менее видно, вот рельеф. Да, надеюсь, будет видно. Так, эти мы показали. А, смотри, Лапвикин новый серо-бежевый цвет. У нас, кстати, Лапвикин фасады дома, самые бюджетные. И все отлично носится. А Лапвикин серо-бежевый, Синдвикин серо-бежевый, идеально сочетающийся с Лапвикин. Когда вам нужно стекло сочетать с закрытой дверкой, вы можете в разных сериях это взять. Закрываем? Угу. Так, эти мы смотрели. О, смотри, какие красивые. Мортвикин. Перфорация. А там стеклянные или чисто? Железка. Угу. Интересные двери. 2401 вот такая дверь стоит. Размеры поменьше есть. 60x38, 60x64. Прикольно. Поставил бы такой Веста? Ой! О, смотри, какие классные! ДСП, березовый шпон, акриловый лак. Угу. Это не рисунок. Это прям прорези-прорези. 60, но, кстати, фасад дорогой. Как бы правильнее показать, давайте, может, сверху будет более. Фасады дорогучие ведь. 60x64, дверки 3000 стоит. Флэйфо. А все это из-за обработки фасада? Да. Так, вау. Хедовикин. Знаешь, это мне сразу напоминает Стокгольм. По отгрызке? Только она более осветленная. Но это вообще дуб.
Дубовый шпон? Нет, сама вот это расположение шпона. А, якобы. Фактурность сама, да? Фактурность, да. Ну так, кстати, смотри, дубовый шпон сложно подбирать по цвету. Вот на этом фасаде он прям идеально подобран переходом. Вот здесь переходы более явные, их заметно. Это, кстати, норма, это не является браком, не нужно бежать в сервис с криками «Вай, помогите!». Так задумано. Ну, а по-другому шпон натуральный не сделать. Он все равно будет выглядеть так. Это мы показывали. Так, Рисвикин показывали еще в нижнем. И Вестервикин сейчас показали с телескопическими вырезами. Так, все, из Беста просачиваемся обратно. Так, данную геймерскую серию мы, в принципе, отсняли. У нас будет отдельный обзор на канале, поэтому вы можете посмотреть все подробно и детально. На момент выхода этого обзора мы уже опубликовали обзор с этой серии. Я вставлю ссылку в описании. Если еще это нет, значит ждем. Значит, ждите, скоро будет. Поэтому тут сейчас более так подробно не будем останавливаться, мельком покажем чуть-чуть. Но серия нам понравилась. Да, и пойдем дальше. Мы больше про серию говорить не будем, выйдет полноценный обзор, к покупке рекомендуем, особенно стол. Но я хочу к другому предмету обратиться. Тоже новинка, модуль на колесах, Троотен 3500, бамбуковая крышечка. Можно использовать как табуретку, можно передвигать документы по офису. Как тележка. Пинать между собой. Да, то есть такой вот кубик. Хочешь под документы, хочешь под лавочку. Верхушка бамбук, здесь металл. Стоит 3500. Троотен 35 на 47. И 10 лет гарантии. Жалко не подобраться. Вот, кстати, вообще не подобраться. Это новая серия офисная. И логотипчики новинка закрыли полностью даже название. То есть человек не может ни сфотографировать, ни на сайте найти. Закинули очень далеко, ну как-то неправильно. Друзья, у нас с Дмитрием Юрьевичем возник такая дилемма. Вот у нас ощущение, что мы про этот чайник никогда не рассказывали. В нижнем я его не видела. Может, видела в другом месте стоит. Чайник 1300. Сейчас, Дим, снимай, я к этому, к этикеточке отойду. Значит, 2 литра нержавеющая сталь со свистком. Ватентен. Вспомните, пожалуйста, кто-нибудь, снимали ли мы про этот чайник. Вот у меня ощущение, что нет. Почему? Потому что таких чайников, в принципе, продаются в каждом магазине. Дима! Чуть оператора не лишились. И мужа, и папы, и всего на свете. Разом. Серия Хёстквелл. Вообще, в принципе, каждый магазин должен был под Хёстквелл выделить отдельную зону. Это красивая осенняя коллекция, интересная, самобытная. У меня в руках вот такая декоративная тыква. Фетр серый. Декоративная тыква открывается. Внутри можно спрятать маленький подарок или симпатичный сюрприз. 600 рублей стоит такая тыквочка. Мужчина на заметку, заначку вмещает. Много вмещает заначки. Представляете, когда это все это раскулачится? Смотри. Просто так облизнулась. Хёстквелл. 47 на 36 блюда. Фаянс, цветная глазурь. Очень красиво смотрится, прям такое массивное. Так, дальше. У Хёстквелл что еще? Чехол на подушку. 449 рублей. А, нет, сорян, это полотенце. И ценника нет. Сейчас я найду. Полотенце 499 рублей, две штучки. Смотри, какие красивые. Два таких осенних рисунка в мелкие листья и в крупные листья. Вот мелкие листья, а вот крупные листья. Так, давай дальше смотреть. Тыквы. Я очень хотела их купить, я поэтому про эту серию смотрела, читала и прочее. Но тыквы, заразы, оказались пластиковыми, поэтому тыквы я покупать передумала. И, кстати, в перечне этих тыкв не указали. Если мне не изменяет память, стоят они 500 рублей за 3 штуки. Они из пластика. Продаются вот в такой сумочке. Слишком вы быстро все показываете. Буду помедленнее. Материалы стебель. Что, стебель настоящий, что ли? Тыквы. Дальше показываю. Так. Соусница аж на 480 миллилитров. Вот здесь разве на пол-литра? Может быть. 704.
Да, соусница Хёст Квелл, 799 рублей, 480 миллилитров. Цвет. Так, нам бы надо оттенок какой-то рядом показать, да? Ближе к серому. Ну, тут софит, правда, неправильно светит. А, вот. Да? Да, вот. Серый. Прям видно, что серый. Вот поэтому говорю, что коллекция красивая, она должна была быть выделена в отдельную зону. Дальше едем. Блюдо мы показали, соусницу показали. Форма для открытого пирога за 899 рублей. Хёст Квелл. И стоит она на подставке для кувшина. Вот эта подставка для кувшина Вардагин, за которым гонялись все, кто не попадя все лето. Он сейчас появился, его используют под Хёст Квелл форму. Ну, форма дороговастенькая. Так, форму показали, Вардагин. Салфетки бумажные еще должны быть из этой серии. И вообще, в принципе, венки. Я не знаю, почему про венки ничего не сказано. Салфетки вот. Красивая осень. Салфетки стоят 169 рублей за 30 штук. И в этой же серии веночки. Ну, веночков вообще несколько видов. И, кстати, ценники никто не потрудился повесить. Вот это прям... Вот смысл, это вешать без ценника. Что бы было? Сказала бы я. И второй венок. Ребят, ценник тоже не знаем. Ценников нет, сайт пока нам недоступен. Это неудобно одновременно и рассказывать, и заходить на сайт. Венков два вида. Но, судя по всему, вот этот будет одномоментно дороже, этот дешевле, потому что здесь меньше намотано. Вот здесь меньше, здесь больше. Серия классная, она именно осенняя. И меня немножко удручает, что ее, ну, принизили, скажем так. Можно было сделать отдельный красивый, знаешь, интерьер. Тут не только эту коллекцию принизили, новую геймерскую коллекцию, соответственно, также непонятно, как оформили. Хотя новые направления, можно сказать. Ну, да, геймер. То есть, ну, в принципе, новые вообще даже, именно новая целевая аудитория, да, которая, да, будет, да, интересна. Да, да. Так, тыква стоит 500 рублей, искусственный венок 43 сантиметра, 604, 73, сейчас посмотрю, он, не он. Блин, зараза, даже эти посрезали. Вот этот стоит 800. Значит, этот будет больше 1000 стоить однозначно. И еще чехол на подушку. Пойдем с той стороны, обойдем. Там его не видно. Салфетка под прибор. Нет, это и Хёнлик. Вот еще подушка. Покажи. Покажи. Привязали. Вообще все сцепили. Вот такая, в отстрочку, красивого цвета охры. 699 рублей, 50 на 50, оранжевый. Дальше. No comment. Для кого делали? 449 рублей вот в такие листья. И какой-то плед. Привязанный нас. Нет, я так новинки еще ни разу не рассказывала. Ладно, может быть, мы плед-то найдем в этом дальше где-нибудь. Ой, смотри. У них нильсинги есть. Это не новинка, это новинка с давним... Новинка-старинка такая, но за ней гоняются. О, Юрьевич, в Краснодаре с новинками все-таки получше, чем в других городах. Весело. Скамья с отделением для хранения. Это условно отделение. 3500, сосна. Пер-Йохан. 100 сантиметров. Можно поставить возле обеденного стола, говорят. Тяжеленькая. 3500 за сосну? Да. Да, офигели, что ли? Юрьевич, сделай всем бесплатно. Красная цена 500 рублей. Ну, не 500 рублей, ты материал на большую сумму купишь. Сосна? Ну, вот смотри, сколько здесь материала, всякие шурупики, вырезы. Что это, 500 рублей стоит? Какие тут вырезы-то? Ну, Дим, ну здесь не может 500 рублей стоить. Сколько на материал ты отдашь? Это по сборке элементарная вещь. Хорошо, 100 рублей на материал идет? Фреза. Нужна и все. Ну, не 500 рублей же будет стоить. Ну, минимум полтора рубля. Какая себестоимость? А, ну и рубля полтора. Ну да. Больше. Я думал, ты предлагаешь продать за 500 рублей. Тысяч. Не более. Ну полторы. Никаких полторы. Полторы. Ребят, разрешите наш спор. Тысяча. Мужчина меня поддержит. Так. Барный стул. Sandberg. 63 сантиметра, 2000.
Интересно смотрится. Деревяшечка. Сейчас скажем, что за деревяшечка. Каркас, сиденье, спинка, сталь. Сиденье фанера из березы, морилка и акриловый лак. Из плюсов. Все на винтиках. То есть в случае расшатается, можно подтянуть. Ну и в принципе смотрится интересно. Единственное, думаю, только будет шумноватый. Так, теперь пойдем стол смотреть. Стол называется с рейками для хранения. Ховюрт. Стоит 10 тысяч. Черный. И столешница точно так же, только из ДСП и меламиновой пленки. Размер 105, 66, высота 192. Это если до края. Давайте смотреть, что у стола. Значит, обычная столешница. Ну, как бы, да, по форме обычная столешница. Раз крючок, два крючок. А дальше это опоры, их вряд ли как-то технически получится использовать. И две боковых стойки с крючками, просто планка. С другой стороны тоже самые планки. И смотри, как хорошо встали контейнеры гульдбар. То есть фактически этот стол можно сделать таким полуобеденным. Это идеальное решение для небольшой кухни. И кто для которой остров большой, ну, не да, помещается, кстати, в эту кухню. А вот этот столик идеально подойдет. И никто... Так. Или для тех людей, которые не хотят заморачиваться по поводу барных стоек и островов. Удобно. Он хорошо можно перемещать. К сожалению, нет, конечно, колесиков, но его можно спокойно... Он не тяжелый. Из стороны в сторону переместить. Ты видишь, сейчас я одной рукой его дернул, да? Слушай, а мне кажется, в кафешках будет антуражно смотреться, да, красиво? Кстати, да, кстати. И ощущение, да, как бы уединения. Для двоих. Такое, да, вот. Да, да. Кафешки, присмотритесь. Прикольно. Очень интересно будет смотреться. Кстати, да. Можно на рейлингах развесить, не заполняя пространство стола. Антисептики, салфетки, приборы. Ну, вот, кстати, вот смотрите, два барных стула. Вот, давайте я с другой ракурса покажу. Что-то, блин, это сегодня новинки у нас очень подробные. Ну, это для кафе мы персонально так сделаем. Ну и для домашнего использования также хорошо подойдет. Поработать, чай попить. Вот. Блин, ну, прямоугольная кухня, кстати, к сожалению, она может не подойти. Тут в квадрат. В квадратик. Срочно переезжаем в другую квартиру. Угу. Дом надо строить, а не квартиру надо покупать. Тумбочки Хауга прикроватные, 3499, и есть еще цвет белый. Кстати, смотри, как классно сделают. Это классическая Хауга серого цвета со стандартными вырезами, выпила. В общем, в том случае, если вы хотите собрать эту серию. Что мне не нравится, Дим, можешь поближе подойти? Их прям вот видно, эти шурупы. Поэтому либо закрывать, вот они, вот, либо закрывать чем-то. Люблю смириться. Угу. Не отходя от кассы. Да, не отходя от кассы, мы нашли кровать новинку Хакасен. В нижнем она тоже еще так и не появилась. В сером цвете есть еще бледно-розовый. А, так, что такое очень жесткий? Господи, матрас Хакасен. И Данес. Что-то я ничего еще прикола не понимаю. Но в нижнем Данес мы не видели. Нет, в нижнем деревянный Иданс есть. А это чехольчик, нет? А это каркас кровати с обивкой. Нет, ее без чехольчика нельзя использовать. В общем, серого цвета есть еще вариант бледно-розовый. Ткань гунарет темно-серый, либо светло-розовый. Или бледно-розовый, такие же есть диваны. А ткань, в принципе, показала себя хорошо. Чехлы все на липучках. Соответственно, можно снять, почистить. А, изголовье мягкое, удобно валяться. Боковая обвязка небольшая у кровати, поэтому матрасы рекомендуем потолще, повыше. Ни в коем случае не пенополиуретановые, иначе будет вот так выглядеть. Скалку хочешь? Сосалку? Скалку. В общем, мольберт Мола к нам вернулся в новой интерпретации. Стоит 1899, хвойное дерево, есть еще в белом цвете. А, размеров нам забыли указать, к сожалению. Ножки низкие, но при этом, я думаю, будет очень удобно. Смотри, здесь у нас, ну, условно, контейнер, да, под мелки.
Здесь держатель для бумаги, доска для рисования фломастерами. И доска для рисования мелом. Мне визуально новый вариант молы нравится больше. Она разборная. Вот так убрали хвостики. Кстати, друзья-товарищи, которые ставят эти штендеры, или как правильно их назвать, перед магазинами. Размер-то как этот. Толбичка большая перед магазином. Да, размер увеличили у мольберта. И размер увеличили, и сама модификация покрепче стала. То есть можно возле магазина поставить. Только убрав вот эту часть, например, и вот эту. Пойдем дальше. Я еще тебе много нового расскажу. Барн Дрём, лесные животные, цветы. 1500, хлопок плюс вискоза. Дальше идем. Котики. Бодрём кошки. То же самое. Хлопок плюс вискоза. 152 ниточки. Плотненькая постелька. С одной стороны. А нет, кашеварики со всех сторон будут. Все в кашевариках. Только подушка будет с одной стороны с котиками, другая сторона будет полностью гладкая. Бодрём сердечки бело-розовые. Здесь уже 122 ниточки, потоньше. И он полностью хлопковый. Зацепочек нет, пододеяльник более бюджетно сделан. Сама ткань. Вот такие вот довольно-таки милые сердечки. Так, это мы все показывали в нижнем. Угу. Помните наш любимый термин «новинка-старинка»? Вернулись формы лекат. Темного цвета, темно-серые, две штуки для духовки, 900 рублей. На подарки идеально, они керамические, очень хорошо переносят духовку, у них все хорошо пропекается, и при этом в них вполне прилично подавать на стол. Коллекцию Хёкствелл, я думаю, мы будем сейчас ловить по всему магазину. 400 рублей, варежка-прихватка, цвет красно-черный, но фактически здесь темно-оранжевый и черный, строго под цвет полотенец. Детский колпачок, детская шапочка. Орнамент имбирное печенье, 199 рублей. Жалко, не указан диаметр головы. На мою 60 сантиметров не залезет. А дальше из Винтера взрослый фартук. Мы отдельно новогоднюю коллекцию показывали. 449 рублей. И детский фартук, Дим, нам вот туда надо сместиться, к вывеске. Вот. Нет, вон туда. Алатырь, мордовский орнамент. Каждый год. Смотри, какой красивый. 279 рублей. Ну прям мета. Угу. И фартук-то полноценный. Раз. И совсем для маленьких. Смотри, хопа. Вот совсем для малявочек можно. На липучках. Обычно фартуки икеи детские делают по принципу удушиться. А здесь нормальный полноценный фартук. Верхушка на липучке и талия на липучке. Пойдем сразу поищем формочки новые. Кастрюльки Samsung опять к нам возвращаются. 25 лет гарантии. 4000, 5,5 литров. 4 литра, 3000. И ковшик на 2,5 литра, 2800. Это любимая серия наших клиентов. В этих кастрюльках можно томить. И у крышечки вот такой вот. Есть иллюминатор. Есть иллюминатор. Вообще вырез, чтобы никто ничего не убегало. Да. Ей, Кастатор, вы все привязали. Ого. Как будто это из Турции поезд приехал с добром. Угу. Клок Рен, вставка водяная баня. 549 рублей, 24 сантиметра. Ну, классическая водяная баня. Ставим в кастрюльку и размешиваем. Очень удобно для тех, кто занимается кулинарией дома. У Винтер появилось два набора очень классных для печенек. Формочки для печенек 6 штук. Такой вот набор за 279 рублей. Вот они. Здесь получается олень, звезда, сердце, кружок, листочек и лошадка. И вот такой набор в баночке. Они полностью металлические. Крышечка закрывается. И все это можно хранить. Здесь разного вида звезды. 350 рублей.
они все с острым краешком, и им легко именно вырезать имбирное тесто, песочное тесто. Сервировочная подставка тоже из серии Винтер. Я думаю, не доживет до распродажи от слова совсем, разберут быстро. Полностью металл, ручная работа, 25 сантиметров, 1300 стоит. Диаметр 25, высота 12,5 сантиметров. То есть прям такой приличный, под все что угодно. Как так сделано? Интересно. Ну, ручная же. Винтер, набор мисок, две штуки, 1800, кстати, в коробке, не стыдно подарить, Китай, значка ручной выдувки, к сожалению, нет, красивый оттенок, а нет, хендмейд. И миска сервировочная алюминий, 499 рублей, тоже Винтер. Своеобразно, ну, может кто-то оценит. Но Винтер. Нашла за 149 рублей интересную кружку Сельс Каплик. Объем 220 мл, стекло, натрикалиево-силикатное стекло, Китай. И знаешь, что нашла еще? Чайник. Все-таки это новинка, мы его не снимали, потому что чайник со свистком, который мы снимали в Нижнем, я тоже нашла. Вот такой вот интересный орнамент. Сейчас я еще посмотрю, может быть, что-то еще принесу. Ручной работы журавль. Смотри, какой зеленый внутри, сверху черно-коричневый. Винтер. Сделан в Таиланде. Керамика. А по 1500. Да, я вот туда его поставлю. Слушай, в последнее время вообще много ручной работы появляется. Ну, красиво же. Как тебе? Кстати, Сельс Каплик, то, что я тебе сейчас показывала кружку. Текстурку, смотрите, какая красная. Целая линейка Сельс Каплика есть. И кружки, фужеры, стаканы. Поэтому, кому понравилось, можете гуглить эту серию. Рисунок мы вам показали. Она вся стеклянная, все стоят адекватных денег. А выглядит типа под хрусталь. Кэрл. Кэрлекс. Да уж покажу. Кэрлексгер. Подушка 50 на 50, 40 на 40. Ну, короче, подушка 40 на 40. Мненькая. Но цвет приятный. Но все равно, видите, чехольчики какие-то нужны. Смотрю новых занавесок, не вижу новых занавесок. Но зато в октябре новых занавесок было много, да? Так, мы в чехлах. Нашли новый чехол, который не показывали. Head Safe. Чехол на подушку 50 на 50. Белый с оттенком. Интересно смотрится, как будто такая рогожа, но при этом он весь такой смятый. Симпатюшный. Мы брейкин. Есть другие цвета, светло-розового цвета, очень нежненький. Полипропилен. Так, Дим, камеры пока мазни по новым чехлам, а мне кажется, я нашла еще то, что мы не показывали. Нет. Как пенсионный. Вроде он есть, а его нет. Гланс Блома. Однушка и двушка. 1000 и 1400. Оттенок белый с зеленоватым. Хлопок. Сделан, кстати, в Бангладеш. Или Бангладеш хороший ценник. Сейчас скажу, что у нас по ниточкам. А по ниточкам нам Мишиш они написали. Ну так, 104. На клепках. На 104 похоже. Видишь, пальчики просвечивают. Вот. А вот еще постелька, Самест Блад. Двушка и однушка. Однушка полторы, двушка две. Серый, такой темно-серый оттенок. Антрацитовый и листья, сделаны из хлопка. Давай смотреть, 152 нити. Кто нас наляпал? Нас наляпали братья-китайцы. Пододеяльник на клепочках. Ну, наверное, для тех, кто любит темную постельку. Я вот такой оттенок не люблю. Ты согласишься на такую постельку? Да мне пофиг. Хоть вообще без постельки, да? Хоть в квадрате. Что за чулок? В общем, мы нашли очень классную подушку эргоном 30 на 40 2 тюльпан.
30 на 40. Как тюльпан? Да, тюльпан. Легко помещается в прилагающийся чехол. То есть вы хотите сказать, я это вот в эту колготку. К следующему приезду, блядь, замок комбарный повесит, наверное, на двери. Я Татьяна Павловна, спешл фо. Давай еще сопли разбар на подушку. Чей комнатный мой. Димка надо мной смеется и ржет за счет того, что я подушку оторвала. В общем, ковер тофтлунд. Цвет сейчас есть белый, серый, желтый, а вон там еще коричневый. Дима оттуда ушел. Желтый мы вам показывали в новинках октября, когда снимали еще в Нижнем. Очень классный искусственный мех, плотный, набитый, не вылазит. И хорошо использовать для декорирования, либо как дополнительную шкурку. Честно, пока у меня машинка была без подогрева, искусственные шкурки спасали нас на сиденье под попку. Сейчас такой необходимости нет. Вот, пошли дальше. Икея нас не перестает удивлять. Будьте осторожны, новинка. Душевая дверь и душевой экран. Суммарно комплекс стоит 27. Значит, эта душевая дверь стоит 14 тысяч. Закаленное стекло подходит для использования дома и в общественных местах, например, в гостинице. Дверь отдельно продается. Кстати, удобно. Если расхреначили, можно купить. Я не изучал рынок. Как это вообще? Нормально не знаю. По цене или дорого? Смотри, шов. Но здесь, походу, это так сделано. Но знаю я одно. Что протирать за е. Вот это. От слова за. Ну да. А это боковой экран, он стоит 12 тысяч. А я думал, это комплект. Это по отдельности. Это 15, это 12. Это нет, все вместе 27. Угу. Новая шторка для ванны. Тольфсен. Серый в полоску, очень красиво смотрится. 850 рублей, да, наверное, из самых дорогих шторок для ванны. Еще одна новинка, неон. А цвет серо-бирюзовый, 600 рублей. Ну, такая тряпушка. Татьяна, вот это шторы для ванны самые популярные. Почему? Очень много людей за ней бегают. Да? Да. А здесь все есть. А ее нет. Понятно, а бегают. Почему за ней бегают? Очень необычное, интересное сочетание градиента с темно-серого, синего. Она в градиенте. Красиво, я это не видела. Короче, в отдел шторок заглянуть стоит. Значит, вот это вот новое, которое Дима сказал, за ней все бегают. Ню. Этикетки, ничего не понятно. Короче, у нас сколько? Нюнкель. Умею ругаться и драться, все умею. А кусаться? Ванеон. Умею. Зубы новые вставлю, буду кусаться. И ванеон, два розовых цвета. Мне скоро не повезет. Тебе сейчас не повезет. Хочешь? Новый полотенце Химлеон. Вообще два цвета. Бирюзовый меланж и темно-зеленый меланж. Ценник варьируется от 230 до 1000 рублей. Очень хорошая плотность. 500 миллиграмм на квадратный, на метр квадратный. Двухсторонние полотенца и в спокойном мужском оттенке. Дальше перетекаем. Следующее полотенце. Нюк Кельн. Белый, темно-синий. Жаль, что представлен только в одном цвете. Пока новинка в таком только. Плотность тоже 500 миллиграмм. Где сделан? Сейчас найдем. Китай. Ну, такие плотненькие полотенчики. Мне нравятся. Смотри, еще новое полотенце. Но его пока нет. Килаон. Кстати, 50 на 100, 400 рублей. Плотненькое. Такое ощущение, что больше 500 однозначно. Хотя нет, 325. Значит, пушистость такая. И цвет красивый. Валасон. Мы как раз, когда из Икеи уезжали, они появлялись только из Нижегородска. Вообще ощущение именно вафельное. Все размеры. Ценник от 150 до 440, даже не 449 рублей. А простыня банная стоит 649. Очень легкое, тонкое полотенце.
кстати, классно, кто девчонки кудрявым методом голову моют. Для них важен именно тонкий именно материал, чтобы не утяжелять волосы. Поэтому имейте в виду. А мы показывали банные простыни, говорили, что их можно использовать как для фотосессии, как пледики. Я столько классного нашла. Корзина InSweep. Смотри, крупная вязка, две ручки. Стоит, правда, 2000. Кстати, кто вяжет сам, скажите, пожалуйста, нормальный это ценник или нет? А ткань из вискозы и полиэстера. Такое прям твердое. Юрич, а можно это как сумочку носить? Ходят с такими, ходят. Так, еще смотри. InSweep. InSweep тоже? 999 рублей. Корзиночка с такой прикольной ручкой. Бамбук. Еще смотри, что нашла. Лапти. Лапти, да лапти, да лапти. Мои, пойду ценник посмотрю на лапти-то. Так, ты стой, показывай лапти. Салудин. Ручная работа, бамбук, 700 рублей стоит. Ты как думаешь, меня слышно? Очень. Тогда пошли дальше. InSweep, кстати, это пластик под ротом. Окажется, по ощущениям, как будто листья. Можно использовать во влажных помещениях, можно использовать в ванной, не боясь, что где-то что-то. И давай прям сразу, не отходя от кассы, покажем корзинку темно-серую Осунден. 1300 стоит. Плетеная, очень красивая. Она у нас из морских водорослей и прозрачного акрилового лака. Пахнет как. Вот почему каждый раз надо в Икее покупать то, что надо? Я вот хочу купить то, что мне не надо, а просто приятно. Можно? Иди давай уже. Вот так и живем. Иду давай уже. А Клакхед, новые свечи. А ты мне что, уже показываешь? Ты показывай, что показываешь. А Клак... Фу! Клак... Юрьевич! Паневич. Хочешь тыквы? Не хочу. Клакхед. Новые свечи. Бежевый и темно-серый. Это классика. Икея их продают из года в год, только меняются цвета. Только, пожалуйста, имейте в виду, что цвета из года в год не повторяются. Если вам нужны условно бежевые свечи, запасите их. Их потом просто не будет. Это всегда ограничено. И в цвет чаще всего к ним выходят неароматические свечи Даглинет. Точно так же в бежевом и в сером цвете. Это классика Икеи, они очень хорошо горят, их надолго хватает, никаких ароматов они не испускают, просто плавненько стекает. В основном берут оформители, свадьбы, дни рождения, в общем, все, что занимается праздниками. Романтик. И романтик тоже. Я нашла классный домик за 600 рупий. Что мне не нравится? Дверка до конца. Раньше делали магнитик. Там есть магнитик, но он слабенький. Она железку подбить немножко. Вот так. Стоит 600 рублей. Давай теперь по размерчикам пробежимся. 21 сантиметр. Кринг синт. Беленький с маленькими красивыми цветочками. Вот видишь опять? Динь-динь. Динь-динь. Ну там немножко металл выпирает, поэтому магнит не до конца всхватывает. Пока Татьяна ищет. Вот пока снимали антитовары, даже к фуду никто, к нуле никто не тронулся мое на место. В общем, у Икеи появились новые части. 129, 199 рублей. 199 будильничек. Стандартного писка. Не хочет пищать. Он выключен. У меня батарейка садится, стоит быстрее. И 129 рублей. Вот такие вообще милипизерные часики. Я не знаю, для каких зрячих людей их придумали, но раз продают, значит, это кому-то надо. Димка, держи батарейку. Чало в новом цвете розовые, 599 рублей. Все то же самое, только оттенок. Очень хорошо подойдет для детских. Побежали дальше. Так, ну что, мы в финальном отделе магазина.
Постер картины в любимом Димином отделе магазина. И я настаиваю. На чем? На отдельный обзор. Мы сейчас представим кратце. А здесь не все картины представлены, здесь мало очень. Они в основном маленькими картинками представлены. Ну, когда в Нижний приедем, их там побольше. Ну, давай, давай. Сейчас мы просто презентуем, а более детально мы расскажем про постеры. Просто я вот, например, по вот этим маленьким картинам, я, во-первых, не помню. Нет, мы с Рохом точно показывали. Показывали ли мы вот этих дам? Сейчас дам, на дам не вернемся. Ага. Вот убей, не помню. Ребят, подскажите, показывали мы дам или не показывали. Дамы, пойдемте, это летний вечер на пляже Скагена. Пойдемте по тем картинам, где мы. Автомобиль под звездами. А у меня есть аналогия. Дэвид Кеочкериан. У меня есть подобная фотография, но, конечно, только не ярко выраженная Млечный путь. Но звезды было немножко видно. Я снимал наш лагерь кемпинг, да? Когда мы ездили в Крым дикарем. И в Патрулью на пляж. Ну, примерно, вот что-то я подобное фотографировал. Ну да. Ну, тут, конечно, более так практично. В общем, лирику нафиг. Едем дальше. Да. 78 на 118, 1500. Это холст. Рама продается отдельно. Все помню лайфхак от Димы. Кто помнит и знает, пишите, какой лайфхак, а мы подтвердим. Да? Давай немножко активности в комментариях добавим. Да. А дальше так, вот это. Вы пропустили. А, ну давайте. А вот это гепарда мы точно в Нижнем не показывали. А, гепард 118 на 78. Автор, ну, Кент Сохеран. Нет, Дим, неудобно. Вот не все картины представлены. Вот велосипеда не помню. Розовый велосипед Бронислав Юванович. 118 на 78. То есть это среднего размера картины, которые, в принципе, в любую комнату подойдут. И еще очень красивая картина. Жорж Сера. Улица Святого Винсента Весной. Именно под масло. Красивая имитация. 1500, то же самое. 118 на 78. Я все чаще начинаю замечать в комментариях, что я не один человек в этом мире, который... Любит икеевские картины? Не то, что любит, а начинает собирать постеры. Пойдем, постер. Но лучше покупать это, конечно, когда это все на оценке. Это оригиналы. Неприятнее. Нет, а лучше оригиналы этих картин собирать. Это, наверное, совсем жирно будет. Пойдем. Дай пофантазировать немножко. Вообще настоящие картины – это инвестиции. А, нас спрашивали про серию Брур. Кстати, их два. А тележка 85 на 50 брур за 12 тысяч. И тележка примерно метр, ну, даже метр 20. Визуально, но, к сожалению, без ценника. Брур – это сосновая фанера плюс металл. Дима сейчас скажет, что это дикий ценник. 12 тысяч за кусок фанеры, две железные колки, четыре колеса. Даже за это он уже слишком много стоит. Ну, дороговато 12. Ну и при том это очень специфичный продукт. Ну да, вот куда это? Домой? Мастерская? А это модуль без колес, ну и без ценника. Поэтому, увы, можем только визуально показать. Ну, да, мне это не по... Средней тяжести мастерская. И можно сделать это бюджетнее. Да. Ой, да я присяду. Ой, жгите. Когда находил по Икее 13 километров, а предстоит еще снять один большой обзор. А почему мы уверены в таких цифрах? Потому что у нас есть шагомер у каждого. Да, и он показывает, сколько мы находили. Вот, а присесть попой и записать финалку, это, наверное, ни с чем не передаваемый кайф. Ну, что не сделаешь ради дорогих подписчиков. А вы, дорогие подписчики, давайте чуть-чуть ради нас. Вам это ничего не стоит, в отличие от нас. А для нас это будет лучшая награда. Пожалуйста, делайте репост. Делитесь в социальных сетях этим видео. Несите пользу другим и ведите других с собой на канал. Слушай, тем самым мы быстрее придем к 100 тысячам подписчиков. Дим, я не знаю, можно вставить или нет, картинка не очень качественная. У меня сегодня девчонки в нашем рабочем чате, в командном, в Сибирке, прислали, ну, у нас определенный движняк идет, и девчонки присылали в
такой, знаешь, гифку такую, японский какой-то магазин, стоит девушка, и вот так всех затаскивает туда. Вот то же самое. Всех на канал, всех на канал. В общем, друзья, новинки показали. Новинок на самом деле много. И я уверена, что они еще в течение ноября будут. И будет их достаточное количество. И мы, я думаю, тоже сможем приехать и вам еще показать. А мы пошли снимать. Дальше работать. Дальше работать. Отдохну? Да. Одной булкой отдохну, а вторую понес с собой. Пошли работать. Я только начал. Пошли работать. Вот так и живем. Все, всем пока. Всем пока. Зонт на наш не похож?